Запомните, твари, я не сломаюсь. О, господи, это невозможно. Это просто невозможно. Приветствую вас снова, искатели приключений. С вами Максимилиан Джонс. И сегодня мы с вами продолжим проходить Swordbreaker. Разработчики подправили баги. До этого они подправили первую локацию, которую мы уже, к сожалению, прошли. И теперь они подправили вторую локацию, так что мы можем спокойно начать играть, не боясь каких-либо багов. Так что, пожалуй, не будем ждать и уже приступим к игре. Вот мы уже подходим к деревне. Я бы сказал, что она пустая. Ну да, вон я вижу уже. Наши костяные друзья там тусят. А, и привидение. Ну да, она же заброшенная деревня, логично. Я уже и забыл тихонечко сюжет. Мы покидаем деревню. После коварного нападения некромантов нас осталось слишком мало. Это место стало настоящим кладбищем мирных жителей. Мы больше не хотим оставаться в этом страшном месте и переезжаем ближе к лесу, чтобы воспоминание об этой трагедии не преследовало нас. Начнем жить заново. Но, судя по всему, некроманты поубивали вообще все население, если учитывать, что в первой локации только всего один крестьянин-старичок. И все. О, блин. Ребята говорили, что не на тап, на Ctrl цель выбрать. А что такое с ним происходит? Ну, как-то очень медленно бьет. Там много их, успокойся. Типа то, что я новый меч себе взял, старый двуручный меч. А. Ну да, логично. Правда, удивительно, что у него двуручный меч, который он держит одной рукой и сражается, по-моему, тоже одной. А, не думаю, все-таки. Кстати, в этой игре есть подкаты. Я это уже позже понял, когда я пересматривал свое предыдущее видео. Что если вот так вот разбежаться, сейчас покажу. Смотрите. Опа! О, блин, и опять у меня не получилось использовать способность. И вампиризм очень коряво работает, я вам скажу. Мне, по-моему, вообще жизнь не восстанавливается. Всего на 1%. Так что без хилок здесь никуда. Нет. Нет. Бобик, даже не думай, не подходи. Нет. Нет. Я уже вижу. Нет, 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 нет. Тварь. Еще и прошелся. Мне писали, что не надо от него убегать. Но, блин, я от него не убегаю. Он сам меня догоняет. Устали. Черт. Подожди, кабанчик, не бей, я отдыхаю. Так. Еще и лучник меня стреляет. Просто потрясающе, у меня последняя хилка. Еще и устал, просто класс. Кабан, не надо. Так, пока мы уклоняемся вроде от него. Неудачно. Ладно, хотя бы уровень. Чувак, ты либо иди быстрее, либо уходи, ты надоел. Такой не... Понятно, в могилу у меня, да, кабанчик? О, кто-то у нас застрял в текстурах. Поплатился за это жизнью. В принципе, я почти поплатился жизнью. Нет, нет, нет! Опять этот нерешительный скелет. Он пока дойдет, я уже убегу отсюда. Мне срочно... Найти надо было хилку! Но ты крыса. Ну кто? Нет! Я только начал, ну ты издеваешься, что ли? Не надо, не надо! Может его в текстуру какую-то загнать? Вот. Блин. Ну еще жирный собака, точнее кабан. Ну, класс. О, спасибо, это помогло мне хотя бы хоть чем-то. Да, я, пожалуй, зайду, ты прав, кабан. До свидания. Не-не, до свидания. Делайте, что хотите, я пошел. Вы ушли? Этот кабан ушел? А-а-а.
Эта тварь еще пробежится по мне, насмехается. Да твою мать! Свали уже, а! В три ствола просто еще встали надо мной. Капец, я видел точно такое же видео. Все. Все, ребят, давайте. Блин, это моя мышь, вы видели, как она упала? Мне кажется, она спала, ее разбудили. Тупо я по утрам. Где там мой уровень? Не, да ты откуда черт-то взялся, вонючий, а? Я ухожу отсюда, ну его нахер. Нет, нет! Охеренно, спасибо. Спасибо, кабан. Да тут его дорогу второй. Да третий, вы че издеваетесь? Нет, только не три кабана. Блин, есть. Сейчас, блядь. О, господи, это невозможно. Это просто невозможно. Ну, в этот раз мы чуть дальше прошли. Все-таки я не стал кабана тревожить. Вот мне... О, хилочка, подожди-ка. Тут же еще секреты спрятаны везде. Зелье манны у нас есть. Но я до сих пор не видел еще ни одно заклинание. Как-то же оно активируется. О, эти крысы, смотрите, а? Крысят ведь, а? По домам сидят, шкерятся, а? Посмотри на нее, а? Так, ребят, пошли вы в жопу, я дверь закрываю. Что, эти кости там идут уже? Слава богу, здесь в каждом доме по хилке. Ладно, ребят, открываю. Получай. Все, до свидания. Изи. Блин, лучник, ты меня вообще каким боком-то увидел? Тебя на расстоянии 2 метра. Точнее, 200. А, вход в погреб там был, кстати. А, все, он меня услышал уже. О-о-о! До свидания. Кабан еще умудрился залететь. Быстрее дверь закрывай. Нет. Блин, я кабана пропустил. Беги, беги. Все, в погреб, быстрей. Вы что, издеваетесь, что ли? Это что такое за зверополис-то? Нет. Спасибо, об косяк ударился. Да черт, открой дверь, быстрей. Да твою мать. Твою мать. Мало? Ты дебил, что ли? Ты дурак? Все, до свидания, ребят. Кабан, подтолкни меня. Вот, все, до свидания. Да почему дверь-то в этот раз в другую сторону? Пошли вы в жопу все. Твари, как же я вас ненавижу. Господи, жуть-то какая. Так не говорит, что здесь нет хилок. Не, я понял, я лучше не буду открывать, я пережду. В какой-то момент они успокоятся и уйдут. Кабаны. Шел в задницу. Ты тварь. О! Ты меня еще и через стену толкать будешь? Ты сволочь, а? Только покажись мне. Давай, иди сюда, твари. Давай. Кто кого? Я понял. Собака.
Ну это что за бред? Он меня просто через стены хреначит. Ты труп. Ну ни хрена себе легко. Меня в жизни так не пинали. Как этот кабан. Все, вот вам лайфхак. Просто закрывайте дверь и стоите перед дверью бьете. Они могут, конечно, ударить, но если совсем борзо. Если не борзо, вот как вот эти сутулы, то вообще на изи их убиваешь. Так, ладно. В принципе, если можно убивать снаружи, то и внутрь тоже возможно. Я еще и уровень умудрился вкачать. Нормально все вообще с головой? Я куда-то его за дверь отправил. Уважаемый барон, богатей был нами ограблен на подходе к замку. Свою долю золота мы забрали. Все, как вы и говорили, 10% наши, остальные вам. Как и условились, оставляем вашу долю в погребе под амбарным замком. Ключик прилагаем. Все отлично, у нас есть ключ от амбара. И даже новый уровень. В принципе, ладно, потом у нас заклинание же появится, так что надо по-быстренькому открывать. Чересчур сильно я расслабился. Огромные ножницы, и что с ними делать? Только на продажу. Все, что ли? Я думаю, хоть какие-то доспехи найду еще что-нибудь. Здорово, пацаны, говорю. Погнали. Давайте, давайте. Легкая пробежечка до моего нового дома. Блин, это убить может? Так, ладно, давайте, давайте потихоньку, потихонечку все подходим. Ребят, не отстаем, не отстаем. Люлей всем хватит. Давайте за мной, за мной, за мной, за мной, быстрее. Шевелите своими костями. Блин, там отстают уже, по-моему. Все, заходите, жду. Какие медленные это? Что вас? А, ну и все, в принципе. Чё. Фух, готово. Тут, по-моему, вообще все, да, уже, да? Супер. Но в пещере куча врагов, у меня нет ни одной хилки. О! Пятый уровень, просто потрясающе. Ща, кабанчик, я на тебя попробую какое-нибудь свое мощное заклинание. Приготовься, тварь. Черт. Ща, ты у меня сдохнешь. Черт. Маг из меня очень херовый. Все, пошел в жопу. Ладно, может на этом хотя бы попробовать. Как это работает? Понял. Сдохни же. Получай. Вас слишком мало. Давай, давай, покажи свою мордочку здесь. Щетинистую. И еще разочек. Ух ты, смотри-ка, чувствует приближение смерти. Обманные маневры совершает, ты посмотри на него. Ты смотри, он опять уклонился. Готов, тварь. Всю жизнь мне сломал.
Ладно, ради чего это все было? Ключ от дома старосты. Так все-таки не в пещере, отлично. И что же нас ждет в доме старосты? Сундук, пиратская сабля, картина девушка, гранат, богатая одежда. Так я сюда за богатством, что ли, пришел по-вашему? Оружие, сабля, отлично. Дорогой внук, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть прекрасным фермером и хорошим человеком. Чтобы урожай на твоем поле всегда был хорошим. Я хочу подарить тебе свою пиратскую саблю. Когда-то, во времена своей молодости, когда я еще не был старостой, я ходил по морям с командой капитана Джека Голубя. Голубя, извиняюсь. Понятно. Отсылочка к Воробью. Сколько всего повидал я в ту пору? Ну, я тебе рассказывал. Поэтому прими это прекрасное оружие и используй его с умом. Ну, я постараюсь. Все-таки с моим умением сражаться будет тяжело. Давай, давай. Что ты там? Давай, заходи. Жирная собака. Тварь, ты смотри, еще убегает. Сейчас ты у меня получишь, блин. Все, до свидания. Отдыхай. Услать бы на тебя заклинание, падла. Блин, мимо. Сдох. У меня очень плохая новость. Здесь нет хилок, а в пещере куча монстров. Я не знаю, что делать. Я не знаю, куда идти. Мы же все дома вроде обыскали уже. Блин, вот бы они поуходили. О, там большое зелье здоровья. Слушайте, шансы есть. Приготовьтесь, сейчас мы зачистим эту пещеру. Блин, если бы ты был более нелаганутый и нормально дрался со всеми и перемещался, было бы вообще супер. А пока ты как дебил прыгаешь. Твою мать. Ладно, нет, надо в узкий проход стоять и отбиваться. Я не знаю, что еще делать. Так, ребят, показываю только один раз. Как подкатывать к девушке? Так, давайте отходите ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. По одному, по одному. Ну, если по несколько, то хотя бы мелкими партиями. О, все, 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 босс пришел, босс пришел. До свидания. Он же прям здесь, да, стоит, скорее всего? Да, прям здесь. Ладно, бежим в поисках хилки. Отдыхаем. Блин, ну это какие-то чудеса сейчас происходят. О, все, 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 тупик, тупик, тупик. Быстрее, быстрее. Нет. Бежим за следующий. Черт, я пытался. Ладно, мы знаем, где одна хилка находится. Надо и бежать не влево, а вправо, иначе застрянем в тупике. Пустите, пожалуйста. Пустите, пожалуйста.
Вы тут бесконечны, что ли? Это что за жесть-то? Все, я катушку забрал. Убегаем отсюда нахер. О, я вас понял. Все, ребят, я что-то психанул, у меня сил совсем нет, я безумно устал. Я уже 3 часа пытаюсь пройти этот уровень, но это просто невозможно. Здесь куча мобов. Они еще бьют, эти кабаны, от них невозможно увернуться. Я не знаю, видимо, у меня руки и жопы растут, по-другому я объяснить не могу. Вот, так что на этом, пожалуй, закончим. А следующая часть начнется с того, что мы зачистим пещеру и отправимся на следующую локацию. Надеюсь, вам понравилось, как меня футболили кабанчики. В принципе, было весело вначале. Под конец я, конечно же, устал, так что мы немножко взгрустнули. Вот. Ладно, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Чао.